French boy. Then you would be hot sex, dude. You okay? Для меня Россия, Канада, Кость. Барселона. Это классика мирового хоккея. Это игра, ради которой все смотрят этот чемпионат, этот матч, ради которого все идут на хоккей. Да, я совершенно согласен. Возможно, даже я и был спичрайтером этого человека. Просто я, знаете, как считаю, если канадцам проиграть... Все нормально. Ну, что, ну, в Канаде, в полуфинале, проиграли канадцам. Финнам с третьим третье место, и не стыдно, и не стрёмно. Но если сегодня наши канадцы победят, ну это же просто лучший.
Ой, не темная.往左，大，别掉沟里了。 Да вы чё, блядь, там делаете-то, ёпта? На, нахуй.
Оп! Оп! Mm-hmm.